Всем доброе утро. На завтрак мы сделали себе блинчики. Блинчики будем со сметаной. Так, Вика делает чаек. У нас кофе с папой. Что? У Лики упал чай в кружку. Всем доброе утро. Всем приятного аппетита. Второй день занимаемся уборкой в шкафах. Сейчас у нас шкаф, в котором тарелочки. Мы перебираем все. Уже достаем... Ну, по крайней мере, смотрю вот новогодние тарелки и уже понимаю, что уже скоро будем доставать именно такое, знаете, новогоднее. Вот это мне нравится блюдо новогоднее. Смотрите, с лошадками, с елочкой. Такое вот блюдо. Еще к этому блюду есть лопатка. А вот это вот тоже мы как-то редко, честно сказать, пользуемся тарелочкой. Минажница такая деревянная. На Новый год, на праздники вот я ее достаю. Еще видела вот такую красивую коробочку. Знаете, что здесь? Здесь кружка. Смотрите, тоже какая красивая. Я, честно сказать, про нее уже даже совсем забыла. Она такая праздничная. Мне кажется, больше такая весенняя кружка с красивыми цветами. Я про нее даже немного забыла. Вот сейчас делаем порядки и нашли ее. Вот, еще смотрите, какая кружка. Санкт-Петербург. Это мы еще жили в Пятигорске. По-моему, нам привозили, да, как типа гостиницы Санкт-Петербурга. Вот такая вот гигантская кружка. И мы ни разу ею не пользовались. Ничего не наливали сюда, в эту кружечку. Как ты считаешь, будем пользоваться? Нет. Или только будет стоять? Вообще пишите часто у вас вот именно вот такие вот, ну как бы можно сказать, сувениры, да, вот такая вот посуда, как сувенир идет. Вот пользуетесь вы такой посудой или тоже вот стоит и особо вы и не пользуетесь? У нас на самом деле есть такие еще, знаете, тоже с Пятигорска нам привозили, но такие кружечки там с слоником, они продаются где... Для нарзана. Да, для нарзана. Да, тоже такие стоят. И слоник, и еще там мышка или что-то. Угу. Ну, тоже, ну, мы вот как-то так, такой посудой, честно сказать, и не пользуемся. Вот она стоит, и такие думаем, и куда, и что, и как. И вот с места на место вот так вот перекладываем. Эта кружка, кстати, очень прикольная, красивая, большая такая. Ну, как-то она очень большая, да? Для чая чересчур большая. А это для пива, наверное. Для пива? Ну, как-то покажи. Такая кружка для пива, не знаю. Да это вообще она вот именно такая... Сувенирная, просто сувенирная. Да, для чего? Для красоты.
Сейчас пьем чай. Я зеленый пью. А еще у нас блинчики со сметаной и с нутеллой. И Лика говорит, что видела в ТикТок, что здесь лежит ложечка Нифига. Под крышкой. Но ее нет. Обман. Обман. Ну ничего не трогай. А еще Лика делает красоту. А еще у Лики, смотрите, какое красивое платье. Ой, ну ты палишь. Еще не выйдет видео, не смотрите. Я полностью не показываю. Нет, да ты уже показала. Я полностью уже не показываю. Нет, я мельком. Все, капец. Завтра срочно надо монтировать раньше тебя. Очень вкусный чай пью, зелененький. Мы с Ликой делаем красивую прическу. А, кстати, уже пришли платья новогодние. Я покажу краешек рукавчика. Сейчас. Не я! Прячь. Не. Так, сейчас вот вторая краешек. Ну, вы поняли, что оно очень красивое. Лика, в общем, против, чтобы я показывала его. Ну, а вдруг выйдет твой выдох? Ну, кто увидел, тот увидел. Так, смотрите, там что-то Лео мяукает. Еще хочу показать. Сейчас открыла я... Открыла халву, а эта халва очень нежная, знаете, такая воздушная, прям мягко-мягко. Вот бывает халва, она твердая, а это прям такая воздушная. Она, кстати, по-моему, так и называется, да, воздушная халва. Вот, я пью чай, немного халвы съела и медик, вот такой вот липовый. Сейчас мама разговаривала, решаем. Она там думает, когда билетики, на какое число брать в Санкт-Петербург. Да, она вот думает. Ты что, распускаешь? Ну, сюда. Все? С тобой идем делать. Опять она платье мое палит. Не все, не все. Да что там палит там внизу? Нет. Вот, и вот думаем, то ли конец ноября, то ли начало декабря. Она думает то ли на поезде, то ли на самолете. На самолете она боится, так же, как и я. И, ну, к тому же, знаете, если есть возможность на поезде приехать, я думаю, что на самом деле можно и на поезде приехать. Вот, хоть и быстрее на самолете, но и торопиться некуда. Вот, поэтому вот насчет поезда мы думаем, насчет какого числа. Кстати, пишите в комментариях, у кого какие планы на Новый год. Будете ли вы дома отмечать или куда-то тоже собираетесь ехать, может быть. Ну, насчет ресторанов я не знаю, правда, что будет, да. Ну, многие, я знаю, что едут за город. У меня вот сестра, они сейчас поехали на пару дней за город, в домик, сняли домик, и говорят, что на Новый год уже интересовались. В общем, на Новый год на самом деле уже вообще практически все забронировано, цены. Ну, скажем так, вот сейчас на двое суток поехать, по-моему, 6 или 7 тысяч надо на 2 дня. А на новогоднюю ночь, я не помню, единственное, по-моему, сутки, 20 тысяч, представляете, во сколько раз цены. Причем этот домик не прям, вот знаете, там супер-супер какой-то, то есть, ну, просто вот за городом, типа база отдыха. И вот так вот цены взлетели. Ну, потому что на самом деле никто не знает, да, как будет с кафе, ресторанами на Новый год. А домики, мне кажется, это однозначно как бы такой беспроигрышный вариант на Новый год поехать куда-нибудь на базу отдыха и как бы отметить там Новый год. Особенно если это с компанией. Мне кажется, это вообще реально очень классно снять какой-нибудь там трехкомнатный домик. Вот помните, как мы ездили в Медвежью гору? Там реально очень-очень классно. Мы вот тоже подумывали насчет этого. Но, не знаю, у меня же мама должна приехать. И как, что это будет, в общем, пока... все это как бы такое в планах, просто так мыслим, но, честно сказать, вот мы предпочитаем Новый год отмечать дома, вот именно дома, а уже после Нового года уже можно ходить по гостям, мы вот любим, знаете, 1-го, уже 2-го числа ездить по гостям, отдыхать, всех поздравлять, подарочки, обмениваться, там, поздравлять всех, вот, на самом деле, вот после Нового года. Я знаю, что некоторые любят именно на Новый год уезжать. Вот у меня сестра любительница на Новый год куда-то уезжать, а не дома. А я люблю именно, знаете, на Новый год наготовить всякие разные вкусняшки и именно Новый год вот отмечать дома. В общем, делитесь своими планами, идеями, кто где будет отмечать. Но я говорю вот еще раз, что мне кажется, вот база отдыха, домик снять, это, по-моему, самый-самый вот такой, знаете, беспроигрышный вариант.
Мне вот кажется, что это прям вот молодцы, кто уже забронировал заранее, потому что на самом деле такие вот базы отдыха, домики очень-очень быстро бронируют. И заранее, мне кажется, месяца за 3-4 даже. Мы с Ликой сейчас еще идем, нам там снимают кое-что интересненькое, нужно нам снять быстро. Еще мы хотим сегодня посмотреть с ней мелодрамку. Не знаю, какую. Цвет, как ты. Короче, наш кот уснул. И ему так кайфово. На этой подушечке под одеялом. Вообще нормально?